А на курортах Запорожской области под видом элитного алкоголя продавали суррогат. Дельцы подделывали вино известных отечественных марок. Изысканные напитки бодяжили по нехитрому рецепту. Спирт, разбавленный водой, плюс красители и реактивы. Продавали этот нектар в заведениях на побережье Азовского моря. Разливали в двух частных домах в селе Ахримовка. Налоговики и сотрудники прокуратуры обнаружили и изъяли 21 тонну спирта, а также оборудование, с помощью которого выпускали суррогат.